Ух ты! А что это такое? Птичка. Это у меня Яна. Птичка классная. Это маленькая птичка. Little leaf pits. Маленькое домашнее животное. Жизнь маленького домашнего животного. Ой, какая красивая она. Класс. Это клетка есть. Ой, а там смотри, там у нас есть такая штучка, где она кушает. Еда у нее там есть, да? Ага. Класс. Ее даже можно достать. Конечно, а ну-ка достань ее. Так, класс, еще открывается. Тут такой замочек классный есть, вообще супер. Ух ты, а что она делает? Поет. Класс. Ого, у нее, смотри, еще клювик у нее такой классный есть. Она когда поет, она им шевелит. Давай посмотрим. Ух ты. Супер, супер птичка. Так. А ну-ка, что она умеет делать? У нее есть кнопочка. А ну, нажимай на кнопочку. Ух ты. Класс. Это она повторяет? Да. Классно. А ну-ка, давай попробуем. Так, ну да. Ой, она все время поет у тебя. Ага. Красиво так. Так, а ну-ка давай нажмем. Ну, скажи привет. Привет. Ух ты, она как попугай. Да. Класс, вообще классная птичка. А ну-ка, я читал там в инструкции, что ее можно погладить. Да. А ну-ка погладь. О, она поет. А ну-ка, дай. Можно я попробую? Да. Ой, она так долго поет. Так, слушаем. Так, а ну-ка, я. Пробуем. Так, а еще раз. Классная птичка. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.